Доброго дня. Ну, точнее, вечера у нас, неважно. Главное, чтобы был добрым. Соскучился я по вам, честное слово. Не знаю, как вы по мне. Вроде как тишина такая, что такое ощущение создается, что если мои видео перестанут появляться, то никто этого не заметит. Вот. Ну, в общем, я тут разделался со всеми заказами импортными. Обещали снова подогнать. А я тут пару дней поскучал без работы. И... Ладно, отвлекает меня маленько тут. То есть, решил я сделать 4 бритовки. Классические, 6/8 размер. То есть, 19 это... Так, давайте сразу замерим, и все. Что тут угадать-то, да? Это в грязновом. О, в грязновом 21 мм. То есть останется примерно, ну, хорошо, если 20. То есть все равно 6/8 в итоге. Дамасская сталь многослойная. Какие идеи у меня? Идеи, конечно, вообще море. Просто дорогие идеи я сразу в сторону откладываю. Потому как недорогие, не дешевые бритовки у меня тут, в принципе, спросом не пользуются. Обидно, конечно, я тут рассчитывал вообще производить только для жителей России, только для россиян. А в итоге работаю на буржуев. Конечно, не все так, как я рассчитывал. Мне, в принципе, по барабану, для кого производить, если так чисто технически. Даже от буржуев у меня меньше, как говорится, спроса к качеству, к геометрии. Но радости от этого вообще никакой. Просто тупо делаю. Поэтому сделал скидочки недавно. Правда, по телефону я тут отсутствовал. У меня сын маленько тут разрулил. Маленько меня неправильно понял. Скидки должны были быть не 50%, а 20%. Ну, просто так в разговоре почему-то у него 20%. Я ему сказал, не пол же цены. Потому что у нас быстро деньги кончатся, если полцены ставить. И он так, как, наверное, это запомнилось, и он полцены и сделал. Ну, ничего. Я ни капли, ни разу не пожалел, то есть, об этом. Потому что я рад тому, что люди в России попробуют еще, пускай там несколько людей, но попробуют. То есть, мои изделия в деле. Я этому очень даже рад. Ну что? Вступление длинное, но у меня накопилось много всего, конечно. Тут я много чего хотел бы сказать, но давайте просто вкратце. В общем, у меня скоро, ну, может, через неделю, дней через 10 лет, примерно так вот, еще один заказ намечается, импортный. Поэтому сделаем опять скидочки, только уже в 20%, чтобы хватило на более долгое время, чтобы большее количество людей смогли себе приобрести бритвы со скидкой. То есть эту сумму опять, которую я выручу с этих клинков, пущу опять же в скидки. Вот реально. Душа просит, чтобы русские брились русской бритвой. Ладно. С этими клинками что я хочу сделать? В принципе, я с ними, думаю, вогнутости сделать одну вторую. Дальше, ну, естественно, для любителей вот такого материала сделаю, допустим, оправу из такого материала, пускай так будет. Прикупил я сегодня яблоньки красивой, прикупил большую доску здоровую американского ореха, красавец вообще, черный такой. И подумал я, что сделать. Например, вот вторую бритву сделать с оправой, то есть ручкой в виде кости. У меня была такая, еще зеленая оправа у нее была в виде кости. Но там она была немного такая массивная, хотя нет, она там очень удобная. Ну, дело не в этом. В общем, хочу опять повторить кость, то есть в виде кости оправу и в виде кости шкатулку. Потому что там шкатулка была просто
была. Она даже там просто шла как подарок к бритве, потому что ее за деньги отдавать было просто стыдно. Она с щелями какая-то там, всякая такая вот. Поэтому меня человек ее забрал тут, как раз когда распродажа была по 50%. И шкатулка там была без денег совершенно. То есть я сколько на нее потратил, я нисколько ни копейки в нее с нее не взял. Потому что лучше я потеряю деньги, чем чем верну себестоимость за то, что не того надлежащего качества, которого надо было. Но бритва там, конечно, отличная сама по себе, если шкатулку не брать в расчет. Поэтому вот думаю сделать бритву кость. Может, даже здесь кость нарежу по Дамаску, чтобы тематика была полноценной. И вот шкатулку я оправлю в виде кости. Цветовую гамму тоже постараюсь более-менее подобрать. Опять же, по деньгам. То есть ее подобрать не проблема. Были бы деньжищи, а там нет проблем. Потому что если продают эту древесину, вот на одну оправу ее не продают. Бери доску. А доска стоит там. В общем, все красиво она стоит. Тысячи, тысячи, тысячи там идут. Вот. А дальше еще, может быть, пару бритв. Я даже не знаю. Может, одну классику сделаю. Оправу. Просто классическую. Другую даже. Ну, и не думал. Может, даже тоже классику, но сделаю в ней сечку. Давно уже не делал сечку. Прям соскучился, реально. Ну, а так, в принципе. В принципе-то все. Сейчас вот я их разметил. То есть, вот серединку разметил. Чтобы лезвие было. Оно всегда ровное, конечно, без разметки. Но я заметил, что мне как бы меньше напряга. То есть не надо каждый раз стрелять глазом и смотреть, попал, не попал. А по разметке это уже все проще делается. Вот проклеймил. Выровнял. И сейчас начну сшибать углы. Потом сгрызать металл. Ну и так, да, по порядку. В общем, все. Займусь производством вот этих вот лезвий. Все вроде как. На сегодня у меня новости все. Начну работы. Все. Я все сказал вроде как о главном. До свидания.